как бы эпизод очень высока, вратарям сохранить свои ворота. Как можно чаще в неприкосновенности, а Колбанов просто штампует бисеклету такую же, как вчера, только, по-моему, с еще большей дистанции. Мне кажется, что можно уроки мастерства по ударам через себя от бровки уже брать у Алексея Колбанова, можно уже записывать видеоурок. Облил его там водой Анатолий Перемитин, но Колбанов просто великолепен вообще. И не знаю, какие вопросы могут быть к вратарю в этом эпизоде. Вчера точно так же поймал он Александра Панфилова, а сегодня Романа Геруса.